Сегодня у нас большой праздник Благовещения. И у нас в Фельдманном экопарке заведена такая традиция. Мы выпускаем на свободу птиц не только, вот вы видели, лесная фауна Украины, да, а еще и выпустили сегодня порядка 300 фазанов, охотничьих фазанов, которые, они прекрасно живут в нашей территории. Здесь у нас есть озера, и заросшие камышом, это их угодья. И они там прекрасно себя чувствуют, они там размножаются. Мы это делаем уже много лет, и дай бог, чтобы это было всегда, но я бы хотел бы вернуться к тому, что это все-таки птицы, которых мы забрали у браконьеров. Это птицы, которых мы выкупаем по всем базарам Украины. И очень хотел бы похвалить киевский птичий рынок. Там мы не купили ни одной птички. Их там просто не было. И задача, как мне кажется, и правоохранительных органов, экологов, ну, чтобы мы выпускали только тех птиц, которые сами разведем. Чтобы у нас прекратилась ловля птиц, прекратилась беспредел, которого не существует в развитых странах и Европе. И вот если мы к этому придем и каждый год будем выпускать десятки тысяч птиц, разведенных сами, это будет очень хорошо. Сегодня было выпущено на свободу порядка 2000 где-то особей. Это и щеглы, чижи, овсянки, и репала, и зеленушка, это лесной кеннер. То есть, ну, всех перечислить. Да, чечетки здесь были, такие розовые грудки, если вы видели, очень красивые. То есть, ну, мы постарались, праздник был, ну, достойно, я думаю, красиво сделали все. Поэтому Фельдман экопарк всегда просит вас, приезжайте к нам в гости, не забывайте. Мы всегда рады вас видеть.